Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня мы с вами сделаем прогноз на Таро. И сегодня у нас с вами будет такая тема, а исполнится ли мое желание до конца года. Давайте с вами посмотрим, исполнится ли ваше желание. И если нет, соответственно, что нужно предпринять, что нужно сделать. Вам достаточно прямо сейчас, пока я тасую карты. Будет три варианта ответа. Загадать при себя свое желание и задать вопрос, исполнится ли мое желание до конца года. И, соответственно, мы уже с вами посмотрим, исполнится ли ваше желание. Вариант номер один, вариант номер два. И вариант номер три. Задайте про себя вопрос, исполнится ли мое желание до конца года. Загадайте, какое желание, и мы с вами посмотрим. Я думаю, что, наверное, каждый выбрал. Давайте смотреть. Итак, смотрим первый вариант. Исполнится ли ваше желание? Я могу сказать, что однозначно да. Вам остался какой-то один шаг, чтобы наконец исполнить ваше желание. Чтобы уже получить, вернее, свое желание. То есть у вас, в принципе, ну, возможно, что вы очень долго ждете. Возможно, что уже очень много что сделали для того, чтобы исполнилось ваше желание. И однозначно я могу сказать да. Просто очень много переживаний, очень много мыслей относительно вашего желания. Вы боитесь, что что-то сорвется, что что-то не получится. Возможно, вы, может быть, какие-то моменты проверяете информацию, пытаетесь что-то еще сделать, возможно, потому что идет такая линия, да, что пытаетесь именно что-то сделать, чтобы исполнилось ваше желание. Постоянное, возможно, такое вот напряжение может присутствовать. Это в связи с тем, что у вас уже срывалось это желание, то есть идет такая линия, что вы уже раньше, возможно, делали попытки, но не получали вот это желаемое, соответственно. И, естественно, у вас внутренне есть страх, да, что а вдруг опять что-то сорвется. Тем более сейчас, возможно, больше сил вложено, больше нервов, больше времени, больше, может быть, даже и средств каких-то. И, соответственно, присутствует страх. А вдруг у меня не получится? Но я могу сказать, что обязательно до конца года ваше желание исполнится, потому что вы сделали максимум. Отпустите внутреннее напряжение. Не нужно сомневаться и переживать. Это больше уже ваш, я бы сказала, внутренний страх, ну, на фоне прошлых неудач. И вот из-за этого вы можете немножко как бы спугнуть вот эту удачу, да, на исполнение желания. Но здесь нужно просто отпустить. То есть не нужно постоянно держать в мыслях, что когда исполнится мое желание. Оно исполнится до конца года и, возможно, даже осенью вы уже получите первые результаты. Поэтому здесь, кто выбрал первый вариант, однозначно да. Так, смотрим второй вариант. Так, ну, второй вариант, сейчас посмотрим, немножко неоднозначно, потому что здесь либо вы что-то еще не сделали, либо, может быть, вмешательство определенного человека в вашу жизнь, из-за чего может не получиться, либо, наоборот, получиться. То есть здесь сейчас мы с вами посмотрим, потому что немножко неоднозначно у вас. Я могу сказать, что да. Кто выбрал второй вариант, однозначно ваше желание будет исполнено до конца года, но все-таки вам придется еще подсуетиться. То есть здесь не оседайте, потому что вот вам как раз еще придется поработать над своим желанием, либо с кем-то что-то обсудить, либо кому-то что-то предложить, либо кому-то, может быть, помочь просто, чтобы вот запустить вот эту энергию, да, непосредственно, чтобы уже получить желаемое. То есть у вас сейчас должен быть такой настрой, что чем больше вы будете делать добра, чем больше вы будете с позитивом смотреть вперед, тем быстрее вы получите желаемое. Однозначно до конца года ваше желание будет исполнено, но на этом вы не остановитесь. У вас идет такая линия, что вот
то, что вы сейчас загадали, то, что вы хотите, у вас на этом не заканчивается. То есть вы идете вперед, вы что-то еще будете делать непосредственно. То есть как бы с этого желания идет у вас какое-то развитие. И, соответственно, с помощью этого желания вы вот именно чего-то большего достигаете. Понимаете? То есть возможно, что даже вот это желание, которое вы сейчас загадали, это такой некий только старт, да, именно старт – ваше будущее. Поэтому здесь сейчас вам нужно настроиться еще сделать какой-то шаг. Вы увидите, то есть в каком направлении вам нужно двигаться, то есть что вам нужно еще сделать, чтобы наконец уже получить максимально именно, как говорится, исполнение своего желания. Но я могу сказать однозначно, да, что до конца года ваше желание будет исполнено. Самое главное, держите этот настрой. То есть не потеряйте вот эту волну, на которой вы сейчас находитесь, да, что вот эта энергия, она будет к вам притягивать желаемое. Поэтому здесь однозначно да. Так. Ну и давайте смотреть третий вариант. Так, третий вариант. Что-то как-то вы приуныли. Третий вариант. Либо вы задумались, а нужно ли мне вообще это желание? Может, я вообще неправильно выбор сделала, да? То есть такое тоже может быть. Либо, а что я получу после этого желания? То есть, ну, исполнится. А что я получу от этого желания? А что толку-то от этого? То есть вот как-то немножко вы приуныли. Третий вариант. Как-то вас не особо это радует. Сейчас посмотрим. Но что-то я смотрю, вас не очень это радует. Кто-то отговаривает вас однозначно. И все, у вас пошли мысли, а зачем мне это вообще нужно? Вот понимаете, кто выбрал третий вариант? Я не могу пока сказать, исполнится ваше желание или нет, потому что вы слишком переключили свое внимание на пустые разговоры. Понимаете, вот вы уже сделали шаг, да, то есть вы уже сделали некий старт на то, чтобы исполнить свое желание, но либо вы кого-то послушали, либо кто-то вас отговорил, и все, и у вас пошли сомнения, что вы недостойны, что вы не способны, что вам это не нужно и так далее. И, соответственно, у вас уже пошли, как говорится, блуждание ума, а может, действительно, мне это вообще ни к чему. Понимаете, вот и из-за этого у вас идет, что до конца года может и не исполниться. То есть здесь я бы не сказала, что вы виноваты. Ну, виноваты только в том, что вы послушали, понимаете? То есть позволили себе, другим людям повлиять на вашу, ну, как бы на ваше мнение, да? То есть повлиять на вашу жизнь, на вашу судьбу. Повлиять именно на ваш разум. Соответственно, чтобы снова вернуться именно к той точке, с которой вы начинали исполнение желаний, в первую очередь вам нужно успокоить свой разум, успокоить свои мысли. Возьмите передышку, переключите свое внимание на какие-то другие ресурсы. Вернитесь к своему желанию, но, знаете, немножко, может быть, как бы с другим взглядом, да, то есть такой вот, как бы у вас через разговоры, с помощью которых вас пытались отговорить, возможно, что просто внутренне вы сейчас будете перестраиваться и совершенно иначе смотреть на это желание. Возможно, вы будете идти к его исполнению другим немножко путем. Понимаете, то есть не тем, которым вы хотели, а немножко пойдете другим путем. То есть вот у вас такая линия просматривается. И чтобы исполнить свое желание, вам нужно, может быть, даже просто вернуться к исходной точке и начать все сначала, чтобы можно было уже с другим настроем идти к своему желанию. И тогда у вас оно будет исполняться. Может быть, просто уже не до конца года, а чуть и дольше по времени понадобится. Хотя, если вы возьмете себя в руки, то и быстрее решите вопрос, и быстрее исполните свое желание. Но вот когда вы уже по-новому начнете действовать, именно идти к своим целям, да, здесь уже, ну, как бы для вас это такой некий урок, да, что не нужно кого-либо слушать, потому что раз вы начали, уже все-таки какие-то шаги вы сделали, значит, это вам было необходимо, это нужно ваше желание. И если вы сейчас сомневаетесь, а нужно ли мне это вообще, вот возьмите паузу. Но когда вы начнете, никого не допускайте к своим желаниям, а тогда будет исполнено. Ну, вот третий вариант у вас так. Вот такой вот у нас с вами получился прогноз. Я вам всем желаю, чтобы вот те цели, которые вы перед собой ставите, чтобы вы их легко достигали. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока!